Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко. И мы приготовим гречку со свининой. Простое, но при этом очень вкусное блюдо. Для приготовления нам потребуется 500 грамм свинины. Я взяла лопаточную часть. Большую часть жира я срезала. Вместо лопаточной части можно использовать шейную часть. Еще нам потребуется небольшая луковица весом 100 грамм, 100 грамм моркови, 450 грамм гречки. Из специй я буду использовать смесь перцев, чесночный перец. Вместо чесночного перца можно использовать сухой чеснок. Еще нам потребуется подсолнечное масло, соль и вода. Итак, мелко нарезаем лук. Так как ничего отдельно обжаривать не буду, лук лучше нарезать помельче. Морковь натрем на крупной терке. Осталось нарезать мясо. Мясо нарезаем не очень крупными кусочками, примерно вот так. На одну чашу мультиварки наливаем пару столовых ложек подсолнечного масла. Выкладываем мясо. Сразу же добавляем лук и морковь. Добавляем специи. Примерно пол чайной ложки я добавляю чесночного перца. И пол чайной ложки смеси перцев. Соль добавляем по вкусу. Я добавляю 2,5 чайные ложки. Все это перемешиваем. Мясо, лук, морковь и специи с солью. Сверху высыпаем уже промытую гречку. Не перемешиваем. Перемешивать будем уже готовое блюдо. Заливаем это все 900 мл холодной воды. Закрываем крышку мультиварки. В этой мультиварке я буду готовить на режиме суп. Можно готовить на режиме рис-крупы 45 минут. Рис-крупы тоже 45 минут. Через 45 минут блюдо будет полностью готово. Прошло 45 минут. Гречка готова. Теперь можно все перемешать. Вот такая гречка с мясом получилась. Вся жидкость успела выпариться, впитаться. Каша получается сочной, мясо успело приготовиться. Если вы хотите, чтобы гречка в блюде получилась более сухой и рассыпчатой, берите 700 мл воды. Я беру 900, потому что такую гречку у меня больше любят дети, чтобы она была разваристой, распаренной, и она получается более мягкой и нежной. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!